выполнявшим интернациональный долг и не вернувшимся домой, посвящаю. Настроя в окопе, и скоро атака, патронов чуть-чуть, и пробитая фляга, пакет медицинский один на троих, 120 минут до прихода своих. Заметил один, маловато гранат, другой отвечал, будет трудно сдержать. Я просто сказал, 2 часа до своих, кого из троих жизнь оставит в живых. Но вот замелькали фигурки в кустах, и 3 автомата ударили в раз. Мой верный калаш мелко бился в плечо, фантом пролетел, а потом ничего. Очнулся в палатке и понял, живой, лицо полкового врача надо мной. Потом показали мне мой камуфляж. Да, мне повезло, так бывает лишь раз. Когда из палатки меня выносили, я видел, как трупы вертушку грузили. Я сильно был ранен, но я был живой. А тех, кто был рядом, тех в цинках домой. Я часто потом по ночам воевал, вставал и курил. Тут окоп вспоминал, настрои в окопе. И скоро атака, патронов чуть-чуть, пробитая фляга. Ни мать, ни жена, все понять не могли, куда я все время бегу средь ночи. А я нес патроны для наших ребят, которые в вечных окопах лежат.